Тут у нас открылась немножко красоты, попробуем ее заснять. Самые красивые горы пока в тумане, но тут вот тоже очень красиво. И, кстати, что интересно, на канатке в Геленджике было страшнее. Я не знаю, может быть, снег играет свою роль, и визуально он приближает землю, которая по факту гораздо дальше. Ну вот почему-то. Или, может быть, потому что уже первый раз было страшно, а второй раз уже не страшно. И нам повезло, мы обратно едем, у нас нет ветра абсолютно, и дышится очень хорошо. Такой легкий снежок, большие снежинки хлопьями. У всех хорошее настроение. Красотень. Ай, вон там вверху людей много. Нифига не вижу, что я снимаю, но надеюсь, что все получится. Все разноцветные, красивые. Это для профессионала. Ну вот мы приближаемся к промежуточной точке высадки.